Все, ребята, я приветствую вас. Я начинаю играть в метро. Ребята, что ж, посмотрим, что это за игра. Подписывайтесь на канал, ставьте комменты, лайки, говорите, что да как. Всем приятных просмотров. Ребята, что ж, увидимся уже в игре. В одиночку отсюда так, не выбраться. Что, ребята, что... А вместе шанс есть. Погнали. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ага. Пошли проверим. Так. Что ж там за мусоропровод? Опа. Ладно, выбираемся из этого концлагеря. Там посмотрим. Давай, давай, танкист. Трупы. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. А-а-а. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Да. Что тут у нас? Лифт уедет, дальше двинем. А-а-а. Понятно. Двинули! Давай. Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да. Вон там, лаз на той стороне. Ага. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Давай, давай. Так, 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 так. Что так? Двинули. Давай. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, давай. Друг диверсанта. О, пробежали. Ху. Так. Кажись, проскочили. Давай. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Ну и чё? Что, блин, мало каши съел, да? Хрена с два. Видно, мало каши ел. Ага, понятно. Да, тут не пройти. Ну и чё дальше? Ладно, куда дальше-то? Хрен его знает. А что если... Что если? Братишка, а ну-ка, подсади. Давай. Ух ты, что? А я? А меня? А меня? А меня? О! Давай наверх! Побежали, ребята. Пожалуйста, я же... Так! А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Ага. Пригнись и потихоньку. У тебя вон место. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клещами напортачишь всякого. А так, ага, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Ага. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, ага, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Да. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Иду, иду. Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен. Ну с и чё? Делаем так. Всегда. Ты правого, ага, я левого. Ага. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн? Ага. Давай, только раньше времени не начинай. Хорошо. Все, работаем. Что же делать? Пожалуйста. Что? На, сука! Ох, молодец! Даже не вякнул. Слушай, эй, да, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Ага. Перебей их столько, сколько сможешь. Ага. Нам всем все равно конец. Выкрути лампочку! Ага. Слышал? Что? Ничего, показалось. За что? За что? За то, урозно, что ты наши гены поганишь. На! Ну и чё? Вот. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся, ага, наверху. Не пуха! Ага. Пожрать. Потихоньку. Дайте хоть чего. Пожрать.
Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать все равно. Что? Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. Ага, в караулке. Хорошо. Что значит его отпустить? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал. За сочувствие урода. Это грибочки. Не знаю я. Ребята. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Опа. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты этот, послушай, я готов поделиться. Нет. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть герубер-шарфер. Ножички. Так. Я сам не ожидал. Тише, тише. Услышит и все. Глотай газ. Ребро. Так. Трещина, похоже, затекло все. Или сломали спину. Но будьте осторожны. Если вас заметят, сразу пустят газ. Понял. И зуб шатается. Потихонечку. И ничего не слышать. Больших. Да не слышно нифига. Ты что же напоминаешь? Собрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Ага. Прячемся! Дай момент. Вот, так лучше. О! Ты кто такой? Да он это, мимо проходил, уже ушел. Давай, в шлюз, живо! Выпустите нас! Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Есть. Вот они блок прошли. О. Теперь самое веселье будет. О, да, куколка. Вот, класс. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видят. Классный пистолетик, блин. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Понятно. Гранату бы. Ага, за луку бы. Ну давай. Так, ну, сам... поскакали. Ты иди низом, а я сверху. Ага. Прикрою, если что. Минус один. Да. Ебальничек ему. Мы хуйнули. Так. Ребятушки. Так. Так. Да нету там на стеллажах ничего. Глаза раздут, в коробке лежит. Так. 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 Тихому не получилось. Ну, сука, теперь держи здесь. Да! Точно. Есть, сука. Прижал одного! Солдат! Прикройся, я пустой! На, сука, тебе в ебальнике. Пустой. Они тут все соберутся, и охрана все. У нас на линии в этом плане то же самое. Так. По сохранению чистоты.
Так, а тут у нас что? Итак, ясно. Эй, давай сюда! Сейчас, подожди, я, блядь, не все глянь собрал. На той стороне. Там должен быть такой же... Сейчас, подожди, открой камеры. Зря тебя в рейнджера взяли. Давай, давай. За мной, не останавливайся. Ага, хорошо. Охрана! Удача улыбнулась нам. Наша разведка обнаружила настоящее Эльдорадо. Легендарный подземный комплекс D6. Грандиозные склады, которые ловятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Что там еще? Побег! Черт, перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Ничего! Как тут? Скорее! Скорее! Шпионы! Сюда! Артём! Скорее! Давай, давай, я бегу, бегу, мужик, я бегу! Прыгай! Давай, я бегу! А ну руки, урод! О, крутой пистолет, блядь, поел, блядь. А я что-то, блядь, сак не могу. Что такое? Черт! Сильно задело? Не знаю, блядь. Держись, Артём, держись! Ага, держусь, держусь, блядь. На, сука, получи! На землю, сука! Держись, Артём! Ищи щиток! Быстро! Догнать их! Твари! Ворота поднимаю! Вали! Я их вижу! Вон они! Заводи, сука! Остановите! Стой! Вали! Теперь на театральную рвём, больше некуда! Классный тарантас. И как там, живой вообще? Ну, молодцом! Да. Броник вещь! Да, есть. Чёрт! Тупик! И чё? Теперь? А ну, держись! Что ты дебил делаешь? Что ты, блядь? Что ты сделал, блядь? Ну всё, приехали! Ага. Делать нечего, дальше на своих двоих. Ну давай. Айда за мной! Ага. Придурок. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. Тут... О, труба! О, где? Чё, кого? Кого? Артём, как? Давай сюда! Ага. Ага. Опять ты первый, блядь. Ты лично меня бросаешь, блядь. И чё там? Так, ты подожди, а я гляну, что там. Ага. Эй! Что за... Шпион! Хватайте его! Ты, блядь, тикаем, пацаны. Ты смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, блядь, а если украли, он не один тут? Мужика моего, блядь, кореша. Внимание, второй пост. Повязали. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Патроны!
Так, ребята. Ах ты! Красные! Тревога! А, у нас потери! Аптечки есть. Так. Нафиг не пало. Придурок, блядь. Так, ребята. Готов, сука. Опа. Так. Сука. Готов, пацаны. Так. Пацаны, аккуратненько. Товченко. Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! Потому некому стрелять без команды! По всем стороне жить! Огонь без приказа! Эй, что такое? Не отвечаю. Так. Пацаны. Тревога, бра! Ага, бра! Где ты, сука? Покажитесь, а вы мне, чувачки. Урод проклятый! Только прятаться и можно! Так. Сука, стреляй. Готов. Так, пацаны. Опа. Так. Опа! Здорово, мужик! Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Так... Что с ним сделать? Я сдаюсь, не стреляй! Где? Отдыхай, сука! Ребята... Ну что ж... Ребята, наверное, сюда. Какие-то паучки, бляха-муха. Так, поползли, ребята.
тут, ребята. Это наше видео будет, на этом будет закончено. Что нас ждет? Вот мы видим этого типка. Это будет в следующей части. Все, ребята, опять посмотров. В следующем канале. Увидимся в следующей части, ребята.